Отличное движение, напор, смена комбинаций. Рахат Тюленов, самый техничный боксер турнира в омской команде. Темповой натиск, наращивание скорости, взрыв в середине первого раунда финального поединка. Быстрые точные удары, нокдаун. Стоп! Раз. Новые атаки. Удар в корпус, мощная серия. Второй нокдаун, досрочная победа. Ну, я взял хороший темп, сегодня у меня получалось хорошие комбинации через корпус, потом перевод темповый. Во втором раунде уже более точнее пробил по корпусу, закончил бой. Битва в поединке принципиальных соперников. Илья Речапов, он в красной форме, против Ильяса Мукашева. Стремительные атаки, хорошие удары с обеих рук и встречные контратаки, уклоны, хлесткие и точные удары с ближней дистанции. Равный спор, подсказки тренеров. Илья Речапов изменил тактику, перешел на атаки с разных дистанций. Этот ход принес успех. Трудная победа. Я доволен тактикой своей. Работал на дистанции и приходил в ближний бой и работал. За счет этого я выиграл. Еще один бой равных соперников. Руслан Гадиев из Шербакуля, он в синей форме, перехватил инициативу в поединке с Русланом Калиаскаровым. Выиграл за счет хороших серий со средней дистанции. Жесткий техничный спор в поединке мяча Дмитрия Разуваева и боксера из Республики Бурятия Мунка Дугарова. Наш боксер хорошо стартовал, нагнетал темп, атаковал. Соперник грамотно защищался, точно отвечал. Дмитрий пытался изменить тактику, прорваться на ближнюю дистанцию. Несколько хороших атак, но и соперник попадал. Наш боксер уступил по судейским запискам. Я слышал своего тренера, то, что он подсказывал мне, надо было подходить к ближней дистанции и работать, взрываться с ним. Но у меня немного не хватило выносливости. Надо будет работать на свою выносливость. Надо выносливостью рук. Наши спортсмены получили хороший опыт. А мячи завоевали 12 золотых и 13 серебряных медалей. Итоги выступления наших боксеров подвел главный судья соревнования Владимир Березин. Очень много боксеров техничных, которые ведут свой стиль бокса, то есть вот выжидательный, то есть кто-то ждет, кто-то в атаке. То есть и то, и другое подтверждает именно технику Олега и Мартина. Мне очень это приятно, потому что это мои друзья, те, которые меня привели в бокс. Следующее соревнование у наших боксеров на еще более высоком уровне. В конце ноября в Омске пройдет турнир на призы заслуженного мастера спорта Александра Островского. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.